лишь тебе принадлежит любовь моя. Доказать я это хочу с каждым днем сильней тебя. Все больше в тебя. Еще скажи ты и я, ты и я. Вовек будем вместе, и ничто нас не разлучит. С каждым днем сильней тебя люблю, влюбляюсь все больше в тебя. Сильнее и сильнее. Ты наша жизнь, ты наш Бог, и мы жаждем тебя. Ты здесь, на этом месте, и ты приходишь, чтобы давать жизнь. Ты раздаятель жизни, Господь, и мы поклоняемся тебе и открываем свои сердца пред тобой. Мы любим тебя, Господи, прямо сейчас. Мы удаляем всякие мысли, которые не направлены к тебе, и направляем свой взор на тебя. Иисус, ты Бог нашей жизни, ты Господь, и нет другого.
Спасибо тебе, Иисус, за жизнь, которую ты подарил нам, за любовь твою, которую наполняешь наши сердца твоим Святым Духом. Спасибо тебе, Иисус. Мы поклоняемся тебе. Мы почитаем тебя. Ты Бог нашей жизни. Поклонись Господу сейчас. Направь свои мысли к Нему. Поговори с Ним. Поговори о твоем отношении к Нему. О твоей любви к Нему. Он возлюбил тебя любовью вечной. И потому простер свое благоволение к тебе. Он возлюбил тебя любовью вечною. И потому простер свое благоволение тебе. Как царь однажды простер скипетр благоволения в Есфире, так твой царь Иисус Христос простирает свое благоволение, свой скипетр благоволения к тебе. Он говорит: ты мой сын, ты моя дочь, я благоволю тебе, я благоволю тебе, я благоволю тебе. Скажи это Иисусу, Он на этом месте. Влюбляюсь в Тебя, влюбляюсь в Тебя, Иисус. Влюбляюсь в Тебя, влюбляюсь в Тебя. Yeah.
ее завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Господь, ты захватил наши жизни, наши сердца. И мы сегодня здесь, как влюбленные дети Твои, которые любят своего Отца и которые любят своего Господа. Мы так благодарны Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы любим Тебя, Иисус. И прямо сейчас мы просим Тебя, прикоснись Твоим святым прикосновением Твоего Святого Духа к каждому сердцу, каждой душе, каждому телу, кто нуждается в Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни это место славой Твоей. Ты всегда приходишь к тем, кто жаждет Тебя, кто ищет Тебя. Ты даешь жизнь, даешь свободу. И прямо сейчас да придет Твоя свобода, да придет Твое исцеление, да придет Твое прощение, да придет Твоя жизнь в каждое сердце, в каждую душу, в каждое тело. О, наполни Твоей любовью, Господь! Прикоснись Твоей любовью! Твоя любовь дает жизнь! Твоя любовь дает свободу, Твоя любовь дает исцеление. О, яви себя, Господь, на этом месте. Яви себя каждому. Яви себя так, как Ты хочешь. Прикоснись, свобода. Благослови. Дух Божий на этом месте. Он прикасается к тебе прямо сейчас. Он наполняет тебя своей силой. Просто прими от Него Его благодать. Прими Его прикосновение сейчас. Да придет твоя свобода, Господь. Где Дух Господень, там свобода. Я прошу и молю тебя, Господь, сейчас. Благослови тех, кто сегодня болен и нуждается в Твоем исцелении. Если ты болен сегодня, подними свои руки к Господу. Драгоценный Господь, я прошу Тебя, прикоснись Твоей любовью к этим людям, кто ищет Твоего лица,
кто нуждается в исцелении прямо сейчас. Да разрушится всякое ярмо дьявола, ярмо болезни и немощи. Прямо сейчас я приказываю всякому демоническому ярму болезни распадись во имя Иисуса Христа. От Божьего помазания, от Божьей силы, от прикосновения Святого Духа, от исцеления ран Иисуса Христа. Я повелеваю этим телам исцелиться прямо сейчас. Прямо сейчас я повелеваю исцелиться тяжелой болезни. Прямо сейчас. Да падет это дьявольское ярмо. Да уйдет всякая немощь и болезнь. Да придет свобода от Святого Духа, от всякого ярма болезни. Разрушься всякое ярмо болезни во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Прямо сейчас да разрушится всякое ярмо греха во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Господь, коснись, коснись, коснись силой Твоей. Твоя жизнь на этом месте. Коснись, Иисус, наполни Твою жизнь. Да придет Твоя свобода. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Коснись, Иисус. Каждого органа, Боже, коснись. Во имя Иисуса. Я прямо сейчас провозглашаю обновление органов. Обновление их работы в теле. Во имя Иисуса Христа. Я приказываю органам работать. Я прямо сейчас повелеваю сердцу работать как должно на 100%. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас разрушаю всякое действие ишемии. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Стенокардия. Прямо сейчас я приказываю тебе, убирайся прочь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас приказываю сосудам исцелиться во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Там, где была закупорка сосудов, прямо сейчас я провозглашаю исцеление. Кровь циркулирует во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление крови во имя Иисуса, во имя Иисуса. Жизнь Твоя, Господь, да придет. Свобода Твоя, да придет прямо сейчас. Иисус, наполни, наполни, наполни жизнью Твоей, Господь. Святого Духа на этом месте. Прямо сейчас я связываю головную боль на этом месте и ее причину во имя Иисуса Христа. Да распадется это дьявольское ярмо.
Да придет свобода, свобода прямо сейчас, как тепло проходит, прямо сейчас касается твоей головы, окутывая тебя, Божье исцеление наполняет тебя, прямо сейчас. Коснись, драгоценный Дух Святой, коснись, Иисус, твоя жизнь здесь, на этом месте. Бог наполняет тебя своей любовью. Его любовь исцеляет и освобождает. Его любовь дает тебе жизнь. Если ты ходил еще не понимая, что Он так сильно возлюбил тебя, что отдал все для тебя и делает все для тебя сегодня, просто прими Божью благодать. Прими свое исцеление. Провозгласи сейчас своими устами то, в чем ты нуждаешься. Назови ту болезнь, которая мучила тебя. Назови ту проблему, ту ситуацию, которая не давала тебе покоя. И скажи Слово Божье. Ранами Иисуса Христа я исцелен от этой болезни. Я имею победу Божью, чтобы сегодня одержать победу в этой ситуации, которая сегодня угнетает меня. Скажи это своими устами, прям там, где ты есть. Скажи это, провозгласи это. Высвободи Божье слово жизни на твою жизнь. Превозносим Тебя, Святый Божий, Великий, Всемогущий, Чудесный, Прекрасный, изобилующий всякими благами, Бог Вечности, Господь Крепкий, Царь Славы, Бог Всемогущий, Превознесенный, нет подобного Тебе, и мы восхваляем Тебя, и возвеличиваем имя Твое, достоин Ты принять всю честь, всю славу и всю хвалу, победитель, Бог живой, восхваляем Тебя, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе и воздаем Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу, великий и святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя! Ты достоин вечной славы, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь! Аллилуйя!